А теперь о ярком спортивном событии. В областном центре в минувшую субботу состоялся ставший традиционным фестиваль грибных видов спорта «Вызов Тверского дракона». С каждым годом этот праздник набирает популярность, и его участники представляют не только Верхневолжье, но и другие субъекты нашей страны. Уже в 9-й раз столица Верхневолжья становится местом проведения фестиваля «Вызов Тверского дракона». В этом году в нем приняли участие представители не только нашего региона, но и столицы Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленской и Саратовской областей. Наш город стоит на нескольких судоходных реках, поэтому, что называется, сам Бог велел, конечно, проводить такие соревнования. Здорово, что наш город становится уже их визитной карточкой. Год от года здесь все больше и больше участников. Состязания проводились среди представителей двух видов гребли. Спортсменов, выступающих на лодках-драконах и на сапах. Обе дисциплины можно назвать относительно молодыми для Верхневолжья, но они стремительно набирают популярность. Доброй традицией стало открытие фестиваля заездом с участием детей-инвалидов. Конечно, это очень важно для наших детей с ограниченными возможностями. Во-первых, они социализируются. Во-вторых, они укрепляют свое здоровье. Мероприятия, они для них и воспитательные, большое значение имеют. И то, что они общаются со своими сверстниками и с ребятами постарше, это очень полезно для них. За состязаниями наблюдал и президент областной федерации бодибилдинга Станислав Бржевский. Как профессиональный спортсмен, он убежден, что эти дети показывают отличный пример для всех. Тем самым мы популяризируем здоровый образ жизни среди детей, среди всех детей, на примере детей с неограниченными возможностями. Валентина Морозова много лет возглавляла Кашаровский детский дом, где среди ее подопечных были именно такие дети. Она, как никто другой, представляет важность такого рода мероприятий и поэтому убеждена, что в следующий раз надо поднять возрастную планку. Наверное, нужно продумать какие-то соревнования или возможность пригласить ребят, которые после 18 лет уехали из нашего интерната. И сейчас они находятся в интернатах, но во взрослых интернатах. Но они вполне могли бы принимать участие. Таким образом, уже сейчас можно прогнозировать, что в следующем году число участников фестиваля грибных видов спорта «Вызов Тверского дракона» станет намного больше. А значит, вырастут и масштабы праздника.